Знаки зодиака с самым добрым сердцем. Эти люди искренне хотят только лучшего тем, кто им близок и дорог, и ради этого готовы на все. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы продолжаем. Первый знак – рак. Раки – мягкосердечные и добрые люди, поэтому нет ничего удивительного в том, что они оказались в этом списке. Представители этого знака зодиака определенно могут показаться навязчивыми и надоедливыми тем, кто плохо с ними знаком, но их преданность всегда искренняя. Раки хотят показать, насколько человек им не безразличен, а потому сделают все возможное, чтобы оказать поддержку дорогим им людям. Второй знак – рыбы. Рыбы очень чувствительны к эмоциям, как к своим, так и к чужим. Они сострадательны и склонны воспринимать проблемы и чувства других людей как свои собственные. Рожденные под этим знаком демонстрируют глубокое понимание и заботу, что сегодня – большая редкость. И несмотря на то, что, оказавшись перед выбором, рыбы могут быть нерешительными, они переберут все возможные варианты оказания помощи и не расслабятся до тех пор, пока не расслабятся близкие им люди. Третий знак – лев. Львы чрезвычайно щедры и редко слышат за это слова благодарности. Они – отличные мотиваторы и без каких-либо сомнений встают на защиту близких. У этих людей очень развито чувство преданности и гордости своими отношениями, защищать которые они готовы любой ценой. Львам хочется, чтобы у окружающих всегда было хорошее настроение и чтобы люди знали, насколько они им дороги. Четвертый знак – Овен. От овнов исходит заразительная и очень сильная энергия. Эти люди не скрывают своих эмоций, потому что хотят прочувствовать окружающий их мир на полную. И хотя порой намерения овнов могут казаться для окружающих перебором, они всегда действуют во благо любимого человека. Овнам хочется, чтобы у их второй половинки было все самое лучшее, поэтому они могут вмешаться, если кто-то попытается создать трудности для их близких или родных. Пятый знак – Дева. Дев очень порицают за их замкнутость в себе и критичность, но под этой маской прячется гигантское нежное сердце. Представители данного знака зодиака пытаются защитить себя, потому что знают, насколько сильными могут быть эмоции и как далеко они готовы зайти ради любимого человека. Девы сделают что угодно ради друзей и родных, ведь стоит им полюбить кого-то, это уже навсегда. Они искренне хотят своим любимым только лучшего и ради этого сделают все. Шестой знак – Козерог. Козероги живут по тому же принципу, что и девы. Их замкнутая натура заставляет окружающих сомневаться в их эмоциональной глубине. Однако, несмотря на свою нерешительность, у козерогов просто огромное сердце, способное удержать в себе больше, чем могло бы показаться. Их забота скорее прагматичная, чем личная, но при этом они заботятся о любимом человеке всеми доступными для них способами. Козерогам не всегда легко выражать свои эмоции, но там, где другие говорят о чувствах, они демонстрируют свою непоколебимую поддержку.